Сотовая связь не всегда настолько хороша, как нам хотелось бы, но все же существует возможность ее улучшить. Например, устройство от компании Locus, призванное увеличить уровень сигнала для ваших мобильников. Mobi 900 – комплект оборудования, которое обеспечит устойчивой связью до 6 устройств, живущих в сети GSM. Проверим, как это работает. На коробке с естественным перечислением возможностей указана и интересная функция безопасного телефона, в сути которой попробуем разобраться далее. В комплекте следующее. Небольшая антенна с 10-метровым кабелем, усилитель с передатчиком и настенным креплением, блок питания с коннектором мини-USB, комплект крепления для антенны и усилителя на все случаи жизни, подробное руководство пользователя, паспорт устройства и гарантийный талон. Несмотря на кажущуюся сложность выполняемых функций, Mobi 900 устроен весьма просто. Первым основным элементом является алюминиевая антенна, созданная специально для GSM-диапазона. Она имеет отверстие для крепления, передатчик и кабель длиной около 10 метров с SMA-коннектором на конце. Поскольку антенна очень легкая, несложно будет установить ее почти на любую поверхность. Для крепления на стену есть соответствующий элемент и шурупы, а также дюбели для бетонных и кирпичных стен. Устанавливать антенну стоит, естественно, на улице или балконе, чтобы максимально улучшить прямую видимость до базовой станции. Блок усилителя устанавливается в помещении, тоже на стену, с расчетом направления в зону наиболее частого использования GSM-устройств. Крепление съемное, поэтому при необходимости усилитель можно снять для перенаправления или подключения кабеля. На самом усилителе всего два разъема – SMA-коннектор для подключения кабеля от антенны и мини-USB-порт для подключения блока питания. Кроме того, здесь пазы для крепления, прорези для вентиляции и световой индикатор режимов работы, о значении которых расскажем далее. В общем, все просто. Устанавливаем антенну на улице, проводим кабель в помещение к установленному усилителю и подключаем все, предварительно прочитав инструкцию, в которой действительно все подробно и понятно описано. И переходим к настройке. Прежде чем настраивать усилитель, остановимся на его характеристиках. Mobi 900 создан для работы в стандарте GSM 900, то есть антенна рассчитана на частоты около 900 МГц. Сама антенна имеет коэффициент усиления около 9-11 dBi, а усилитель имеет коэффициент усиления до 40 дБ. Что значит все эти непонятные цифры? Это значит, что по заверениям производителя сигнал 2G может быть усилен до 20 раз и приведен в норму для любого мобильного устройства. При этом поддерживается до 6 одновременно работающих устройств. Работает все достаточно просто. Сигнал улавливается антенной, передается усилителю, а он уже распространяет сигнал в зоне охвата максимально до 100 квадратных метров. При этом никаких настроек смартфонов или телефонов производить не нужно. При включении блока питания усилителя в сеть уровень сигнала 2G должен автоматически увеличиться. А вот настройку антенны на наибольшее усиление и правильное направление можно произвести, используя меню, например, любого Android-смартфона, где в разделе «Информация об устройстве» можно найти цифровые значения сигнала. Либо можно использовать соответствующее приложение мониторинга сигнала GSM. Нормальный режим работы устройства соответствует зеленому сигналу индикатора на усилителе. Красный индикатор – штатный режим связи во время звонка. А вот если индикатор мигает желтым или красным, устройство попало в режим генерации и вскоре будет отключено. Чтобы этого не случилось, нужно прочесть инструкцию и узнать, что антенну нужно располагать не ближе 2 метров от усилителя. Усиленный сигнал делает связь более устойчивой, и в процессе разговора собеседника уже не придется переспрашивать. Естественно, если сигнал GSM в месте, где вы находитесь, полностью отсутствует, Mobi 900 вряд ли поможет ему появиться волшебным образом. В наших тестах уровень сигнала увеличивался со значений минус 96-99 дБ на метр до 81 дБ на метр, и это почти без настройки антенн. То есть даже простая установка и включение устройства увеличили уровень сигнала с 1-2 делений до 4. Результат вполне очевидный. Ну и наконец о функции безопасного телефона, описанной производителем. В условиях плохого приема мобильный телефон увеличивает мощность модуля, а вместе с тем растет и уровень излучения при близком расположении устройства. Логично, что улучшение сигнала с помощью усиления это излучение снижает. Кроме того, это положительно сказывается и на времени работы аккумулятора, который медленнее садится при хорошем GSM-сигнале. В итоге Locus Mobi 900 – устройство, без сомнения, полезное в определенных условиях. Более всего оно порадует на даче, в походе или других случаях, когда нужно обеспечить более стабильную сотовую связь. А мобильность обусловлена не только сравнительной компактностью всех элементов, но и возможностью, например, подключить усилитель к обычному переносному USB-аккумулятору, обеспечивающему силу тока от 1 ампера.
Таким образом, комплект Mobi 900 становится полезным даже вне зависимости от наличия розетки. Проверено в Sidex. До встречи в наших обзорах!